Иногда куда интереснее не сама новость, а реакция людей на нее. И как раз об этом наша новая рубрика «Тренделово». Мы отправились на самые популярные отечественные ресурсы IT-тематики, нашли самые хайповые материалы последней недели и выбрали для себя наиболее крутые, сочные и смешные комментарии. На третьем месте фоторепортаж с первого в Украине инновационного городка «Юнит-Сити». На момент публикации этого видео материал собрал на INUA почти 60 тысяч просмотров и всего 14 комментариев. Эх, АИН уже не тот. Мнения читателей насчет инновационного городка разделились. Противо-СБУшный ров с крокодилами, не забудьте прорыть и мост перекидной поставить. Выглядит достойно, но не верится, что в Украине такое возможно открыть. Ще один сучасний черговий офисный центр. Мда, незагаженный пол и пластиковые трубы считаются инновационным поселением? Жаль, советская котельная на заднем фоне напоминает, что Пало-Альто далеко. На втором месте по забористости комментариев материал «СДОУ. Украинский рынок разработки через 5 лет. Ретроспектива». В 2012-м портал опубликовал свой прогноз развития отечественной IT-сферы и сейчас решил подбить итоги. Что сбылось, а что нет? Материал набрал почти 25 тысяч просмотров, кучу шикарнейших комментариев и прогнозов от самих читателей. Я думаю, что к 2023 году вторым государственным языком сделают JavaScript, C++, C, Java, C#. Программисты, косовки, будут требовать статуса нацменьшинств, за что будут нещадно наказаны добровольческим батальоном «Ангуляр». 23-летние сеньоры станут 28-летними сеньорами. Илон Маск на своем Red Dragon высадится на самое крупное тело в Солнечной системе. ЧСВ одного 22-летнего сеньора из Харькова. Все языки программирования запретят законодательно, мы же аграрная страна. За Embedded C, Verilog, разработка электроники будет тюрьма! Разработчики четко поделятся на две части, те, что умеют быстро набирать текст, и те, кто умеют быстро елозить мышкой. СБУ официально разрешат вламываться куда угодно и забирать что угодно. Сеньоров, медлов, джунов не будет. Программировать будут чернорабочие, так как программирование дойдет до полного автоматизма подключения модулей. ЗП будут падать, причем сильно. Всем хорошего настроения. Java умирает. Ну и на сладкое мы оставили не просто тренд недели, а самый настоящий трындец. Музыкальный блокбастер. Это новый день в ЭПАМ. Ты наверняка уже посмотрел его раз 20. И даже выучил куплет про легкий митинг-литр. Но мы не можем отказать себе в удовольствии процитировать несколько фрагментов нашумевшего ролика. Следом легкий митинг-литр. Следом легкий митинг-литр. Ну и разумеется, как же без комментариев? Их в материале на прекрасном IT набралось более 1500. Вот самый сок. Уважаемые пиар-менеджеры ЭПАМ, вам деньги на лечение куда выслать? Большая просьба 300 ЭПАМовцам, не подведите Мити его легкий клитор. I'm sure he'll definitely need it for effective marketing and clients upscaling during ЭПАМ clients negotiation and customer service assurance sessions. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть? Ребята, спасите нас! Нас заставляют сниматься в этом, мы не хотим! Гребец, если тебя заставляют сниматься в таких видео насильно, передай нам послание! Надень желтую кепку! Ребята, это так здорово, мне очень понравилось, продолжайте в том же духе, ставлю класс! Meeting Glitter Driven Development